Германия по европейским меркам страна не маленькая. Выбирая недвижимость для инвестиций, мы так или иначе оцениваем конкретную федеральную землю, ее инвестиционные перспективы. Насколько это вообще важно и насколько скрупулезно надо подходить к этому вопросу? Сразу о главном. Выбирать местоположение критически важно. Это ключевой параметр успешной инвестиции. Но при этом оценивать все крупными мазками, ориентируясь на экономические показатели федеральной земли, как минимум некорректно. Да, есть земли богаче, а есть беднее. Но при выборе объекта оценивается его микро- и макрорасположение. Микро – это условно квартал, население, окружение и так далее. Макро – это местность, регион. И все равно в относительно узком смысле. То есть это не вся федеральная земля, а город, зона охвата и если мы говорим о торговой недвижимости. Деление на бедные и богатые районы – оно есть. Оно определяется, например, покупательской способностью населения. Но даже самые маленькие города далеко в небогатых районах страны могут ей похвастать. Ведь если в районе есть крупный, успешный бизнес, возможно, рядом живут вполне обеспеченные люди. Ну, кстати, и это не окончательный позитивный сигнал. Потому что, например, люди могут жить в одном городе, а тратить деньги, ездить за продуктами в другой, более крупный. И получается, что одно и то же место интересно для инвестиций в жилую недвижимость и менее перспективно для инвестиций в торговую. Для каждого региона можно найти подходящий инвестиционный объект. Например, земля Макленбург, она самая бедная, если мы оцениваем ВВП и покупательную способность населения. Но здесь очень красиво, здесь озера, морские курорты, чистый воздух, нетронутая природа. И сюда ездят отдыхать сами немцы. Это земля туризма, этим она и привлекает. И если бы я инвестировала именно в Макленбург, то я рассматривала бы два направления. Во-первых, отели и квартиры для временного проживания, рассчитанные на туристов. А во-вторых, дома престарелых и объекты, предназначенные для людей пожилого возраста. Ведь рядом находятся богатые Берлин и Гамбург. Обеспеченным жителям этих городов будет удобно посещать своих престарелых родственников в районах неподалеку. Одновременно рентабельность объектов из-за относительно низких цен в Макленбурге сейчас может быть весьма высокой. Но если рентабельность высокая, а все показатели оценки микро- и макроположения сигнализируют, что она могла быть ниже, это признак того, что объект в среднесрочной перспективе вырастет в стоимости. Какой я хотела бы сделать вывод? Неправильно, или точнее некорректно подбирать недвижимость для инвестиций, ориентируясь в первую очередь на федеральную землю, где эта недвижимость располагается. Конечно, можно и даже нужно принимать в расчет некоторые базовые параметры, как то уровень безработицы, демографическую ситуацию или размеры промышленности. Вместе с тем, любой город, где живут люди, имеет объекты жилой и торговой недвижимости. И вопрос, на какой уровень арендных платежей и на какую рентабельность мы можем рассчитывать, зависит от огромного количества параметров. Да, Западная Германия в среднем богаче Восточной. Но за последние 10 лет недвижимость более всего подорожала не в Мюнхене и даже не в Берлине, а в Лейпциге. А значит, те, кто инвестировал в Саксонию, мог добиться даже лучших результатов. В 9-й серии проекта «Стоит ли инвестировать в недвижимость немецких мегаполисов?» Подписывайтесь на обновления YouTube-канала Prian.ru. Ставьте лайки, спрашивайте и комментируйте.